Тоже его покусан. Жрет. Ну, сейчас чуть-чуть бы свечку сделал бы, ушла бы. Есть экземплярчик. Грамм 800, наверное. Возьмем. На углях приготовим, да? Ну, давай возьмем. Ну, отлично, договорились. Вроде не маленький. Ладно, на двоих хватит. Все, вырубай. Атака была. Видел? Через камеру я уже так не вижу. Поставь на 17 миллиметров. Так, да, сейчас попробуем увидеть. Ты, блин, аж заглотил, так как они хорошо. Ах ты, дружище. Заглотил очень плохо. Скажите, а? Что ж так ты? Дружище, не осмотрительный. Хапаешь-то со всей дури-то. Давай, кури. О, пошло. Можно смотреть 3 метра сюда, вот отсюда, и буква П, Г. Вот я и говорю, Г обратно, чтобы крыша была.
тебя тяжелый есть? Если не тяжелый, то, наверное, можно повесить это. Заказал я щепочницу, печку с AliExpress. Стоимость ее примерно 1300. Выполнена она вот в таком вот кейсе. Небольшой кейс. Приятно. Так, собирается она очень просто. Собирается очень просто. Все, печка готова. Здесь есть такое вот забрало для подачи. Гриль. Как-то вот так. Поближе рассмотрим. Сразу скажу, что сталь здесь нержавейка. Немного вот так вот она гуляет. Толщина у нее меньше, конечно, чем 0,5 миллиметра. Ну, не знаю, сколько там. Меньше миллиметра. Точно. Ну, может, 0,5 миллиметра. Выглядит она, конечно, добротной. Вот так вот. Здесь дно вот так опускается. И она складывается, соответственно. Толщина где-то, вот, грубо говоря, 2,5 пальца. Раскладывается, дно опускается для фиксации. Все, она у нас собрана. Но опять-таки же повторюсь, мне не нравится толщина стенок. Мне кажется, она может повести, хотя может и не поведет. Ладно, в любом случае нам стоит ее разжечь, вскипятить чай. Примерно все вот так вот. Все это закрывается. Но главное преимущество, что она очень легкая и занимает мало места. Будет свет. В их краях редко бывают, конечно, надо будет съездить, не полениться. Это, магазин. Павел еще есть крупный жилмагазин. Туда тоже лень ехать. Не знаю, как он называется, но знаю, как.
чай мы сегодня будем заваривать на чаге. Немножко шиповничка. Так, где у нас чага? Ну, видишь, я чагу порубил. Видишь? На самом деле она не такая. Она же как гриб. Ну, гриб полный был. В грибном виде видел, конечно. Ну надо, чтобы она настоялась. Вот чуть-чуть подкипятил я. Поставил в термосе настаиваться, тогда вообще классно. Получается. Напиток. Но он не сказать, что обладает офигенским каким-то вкусом. У него нейтральный совершенно вкус. Главное, от него польза для. Главное, от него польза офигенная. Главное, шиповник он как раз дополнит. Такой ароматный. Ну что, печка работает, да? Да. Ты чувствуешь, запах пошел. Запах, да, запах пошел. Да? Попробуем, чаек заварился, нет? И зальем эту маслицу. Так. И перемешаем. И будет отлично.
И кошки-то они палочками едят. Ну, вот. На кемпинге тоже. Не гнушаться. Тоже из липа. Я ее в соли свалил. Он маленько подровнять по кругу. Походу будет суховатый. За предел тоже. У нас ветер немножко с этой стороны. Да, куда-то вылетел. Красота. Если я настолько помню. С крышкой должны были быть.